Всем доброго времени суток. Дикая лиса Маркиза. Дневник приручения. Кого ты дергаешься, скажи, от кого? Это не ем. Понятно. Тоже не ем. Люминка. Эх, Люминка. Из рук есть только самое вкусное. Остальное потом доедает. Ну, и чё? У них ведь вон. Ой, жалко. Начинается. Давай. Яйцо поедаем, яйцо будешь есть? Или прятаться побежишь? Не жила прятаться. Давай маленько отлакай большое яйцо. Ольганка. Эх, хулиганка. Она там за спиной у меня ходит и все.
Ну и создалась маркиза. Короче, да, свои условия ставят. Ты будешь есть? Не? Скорлупы, говорит, есть не буду. Как хошь, так и делай. Скорлупы не буду есть. Давай, хулиганка. Подходи, купишь. Ну. Ну как же, я же проверить все надо. Ну, чтоб ее не задели же, главное. Чтобы быстренько его схватить, а и меня укусить еще, чтобы я ее не задел. Маркиза, ну хватит выкабениваться, давай ешь. Ну, давай, 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 тебе ничего не сделают. Хватит желток быстренько и все. Ну все, все, все наешь. Вылилось там половину у тебя. На булочку еще съешь. Уши зацарюсь еще. Не хочет. Короче, все на сегодня.